Россияне запустили петицию о присвоении Юрию Шатунову звания «Народный артист России» посмертно. Они обращаются к президенту страны Владимиру Путину с просьбой удостоить певца почетным званием. Поклонники акцентируют внимание, что Шатунов много сделал для российской культуры. Владимиру Путину докладывают, что Шатунова знает каждый россиянин. Его творчеством увлекались многие. С уходом этого артиста поклонники будто бы расстались с детством. Шатунов, по словам его фанатов, не был популярен, он был любим народом. Почему он остался без наград, для многих загадка. Инициативу поклонников поддержал Никита Михалков. Он планирует на встрече с президентом лично передать ему петицию. Узнав об этом, многие звезды, среди которых Валерия, приняли это решение в штыки. Они считают, что Шатунов не должен получать это гордое звание, так как основное время жил в Германии, а в Россию приезжал только с концертами. Услышав эти слова, Михалков заявил, что звание народного артиста не зависит от места жительства, а зависит от любви зрителей. Сам Юрий от природы был скромным и порядочным человеком. На одном из своих концертов он говорил, что ему предложили за деньги купить это звание. На что он ответил: «Это звание не дают чиновники, и его невозможно купить, его присваивают люди. Только они могут сделать человека народным артистом. Я чувствую любовь и уважение своих зрителей, и для меня это самая главная награда».